Малышня растет. Роскошная леди. Вот такая девочка. Город Нефтьюганск. Рамзес. Город Саров. Пошел в туалет. Ищет место приземления. Вот такая кутерьма. Рабайхан Яр. Говорю, Беларусь. Играется с Рымаром, который поедет в Казахстан. Рядышком Райхан подошел. Радослава, Москва. Вот такая девочка, Радослава. Рымар играет и Рабайхан Яр. Рымар поедет в Казахстан, Ярик поедет в Беларусь. Равена, Волгоград. Мячик забрала Реджина, Димитровград. Я просто город называю, чтобы владельцы видели своих детишек. Рымар играется с бутылочкой. Рамзес. Вот такой мальчик. Так, Равена и Ромар что-то не поделили. Бутылочку. Мирханчик. Рамзес. Ох. Райхан. Вот, игрушечку взял. Какой молодец. Играй игрушечку. Вот так это игрушечка. Какая игрушечка красивая. Реджина. Равена. Два. Рамзесик. Ждала я солнечную погоду, но что-то как-то она никак не начинается. Поэтому видео немножко какое-то темноватое. Некачественное получилось. Радомир. Бежит, торопится. Розмарин играет бутылочкой. Деловой такой. Так, Розмарин у нас едет жить в Грецию. Вот такой мальчишка. Равена играет бутылочкой. Рамзеси куда-то бежит, торопится. Сам не знает, куда, скажи, да? Рабайхан Яр.
Линда, Радослава. Лучшие друзья щенков – это бутылочки. Ой, молодец, Лидюха. Давай отпор, молодец. Бутылочки так хочется поймать, укусить, но они все время куда-то уходят. Поэтому это самые лучшие игрушки. Потолкушки. Друг на друга потолкаемся. Уже укладываются спать, тихие игры пошли, все уже хочется спать. Сразу видно, эта компания отсюда. Так, эти что тут тусуются, вам немножко левее, но они, видимо, так уже просто присели. Так, нет, пошли дальше. Это Мирханчику посередине идти, остальные то вам левее. Ну, правда, там Радомирчик что-то зачесался там, не в ту сторону. Мирхан, ты тоже не туда пошел, сына? Так, нет, Радомир говорит, я еще играю, гуляю. Все покушали, мамочки тоже покушали. Все, Равена уже хочет домой. Так, дайте маме сначала покушать, спокойненько. Хочется уже быстрее к маме. Мирхан, ты вот тут живешь, да? Ты не проходи мимо. Все жмутся потихонечку. Все, скажите, мы нагулялись, мы наигрались, теперь мы хотим маме и спать. Да, доча? Ты одна тут со мной только комментируешь, да? Радослава, доча, ты одна со мной тут в комментариях, да? В комментаторской. Да, ты моя доченька. Сейчас пойдем. Сейчас пусть мама леди покушает и потом запустим. Немного покажу мамочек. Мама Дыма ругается. Дыма, кто там? Мама Мирханчика. Кличка у него Тимирташ. Тимирхан Могучий. Последний сын Дымки. Вивины щенки упорно не хотят идти в щенятник. Так они вот тут и выросли. Вот им нравится тут кучковаться. Все вот так вот. Так и выросли. Мама же у них находится в самом щенятнике. А эти так вот туда и не заходят. И не заходили. Все время вот тут без мамы. Ну, маленькие были, мама с ними была. А сейчас мама в щенятнике, эти здесь. Так вот я их не могу приучить к щенятнику. Все на улице. Когда-то у меня Жасины, Эн помет также жили на улице, не могла никак их затащить в щенятник.
Дыма. Тут он ищет, что-то ищет. Кого там слышишь? Дыма, тут он дыма, тут он, дымунь, кто там, дочь? Ярик и Радомирчик пошли поиграться. Видюха роскошная леди пошла в туалет, похоже. Ищет место. Детки Вивы с мамкой. Ремар. Ярик побежал за мамкой. Торопится. Не хочет упускать мамку. Мама в туалет пошла. Не мешай. Мамка идет разбираться, кого били, кого бьем. Она говорит, давайте я тоже хочу с вами поиграться. Водичку пьют с мамой леди. Пить хочется, пить. Чё, Линда, довольная? Играешься? Вот она играется, вот она. Реджина, Розмарин. Вокруг мамы весело играть, да? На Реджина. Радослава и Равена. Малыши играют. Целый день сегодня снимаю щенков. Выхожу в разное время, и с утра, и вот уже после обеда вышла. Сегодня плюс 3. Тепло. Завозюкались, играются, все толкаются. Сейчас это они еще только-только проснулись, вышли. Сейчас маленько начнут двигаться, пошустрее будут. Сейчас пока в туалет сходят, все перенюхают тоже. Значит, эти щеночки все уже нашли свой новый дом. А после 11 декабря они поедут уже по своим новым домам. На сейчас есть помет У. Помет на букву У.
можете смотреть на моем сайте temirtash.ru. На сейчас свободно 6 мальчиков от Нурика и Чигиры. Там все фотографии мамы, и папы, родословная щенков. Смотрите на моем сайте temirtash.ru. Там есть вся информация для вас. Доставку помогаю найти по всему миру. Ремар. Ага, увидел, что Линда играет с сосиской. Тоже захотел. Райхан подоспел. Тоже хочет подергать за сосиску. Реджина, Радослава тоже решили присоединиться к... А, уже все, какая там сосиска? Тут главное потолкаться бы между друг другом, поиграться бы, завалить друг друга. Правильно, так вот надо играться. Роскошная леди тут уселась с игрушкой в обнимочку. Лидюха, ты кого ты там нашла? Лидюха. Рамзесик пришел тоже посмотреть, что творится. Че, толкаемся? Ох, скажи, тоже хочу. Тоже хочу так вот поиграться. Давай, Равена пришла. Все вместе. Ярик пришел тоже. Мирханчик тут топает. Укатали. Выбрали себе жертву. Кутя, 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 к
Так, кто тут писька исходит?